А у кого подтяжка-то вкачана с рецептом? Блять, что за петушара, сука, убил? Вот петуханы. А срез это, был? Да, как его? На штаны и... Короче, у кого есть рец ссылка на штаны и ботинки на ДДшник? Только он со острова. Чего с острова? На портняшку. Чарки ты имеешь в виду? Да не чарки, блять, этот нахуй. Штаны и ботинки. Мульти, по-моему, было. Рецепт целкашный. Не, говорю, у мульти, говорю, по-моему, было. А чё, я хилю, что ли? Если мульти портной не скинул. Ну. Горский. Чё? Чё такое? Чё хотел? Мне надо, мне все пухи надо, блядь, двуручки я буду выбирать, нахуй. Если они вообще упадут. Один, три, семь. Охожу, чего, блядь? Где там? Кто там? Меня же в Геру не пустят, да? Пока я не вижу что-то его. Где он? Блять, то нахуй нету паладинов, то, блять, пиздец этих паладинов, нахуй. Я не вижу его. Точми, где это? Точми. Точми. Вторая пати. Да я вижу, что вторая пати, я не вижу его этот, нахуй. В Дисе, блять. А у меня нету его, а у меня не точки, у меня нету его нахуй, я тебе серьезно говорю. Так, все добавил. Чё, бузерные участники гильдии, что ли? Какого хуя? А хожу налево с нашей гильдии? Ребят, всем привет. На Шаму, Иршаму есть место? И на Варк. А ну давай на замену туда, у меня мут стоит. Я 50 тысяч говорю онлайн. Я сказал. Так. Кто если нужен, если с дамагом проблемы, опять же, зайду на мага, сяду на замену. Это кто? Это кто говорил? Дайнамаг. Это Дайна, все понял. Сейчас на варе. А я чё, это ДД, да? А ты чё, танк, что ли? Вообще, это танк, да, но он не одет пока, не очень сильно. А чё, слышишь? Never Sleep это этот, как он, хил? Бузер, я-то-та. Таскай на Элем. Я-то-та, я Элем, я-то. Ты я-то-та Элем? Да. Нахуй. Нет, правильно, ну всех пусто. А-то-та, видишь, там 5-5 и все хилы. Так, ребятки, кто сейчас здесь, соответственно, календарь поломан. То есть смотрим сообщение дня, примерное расписание в канале, в Дискорде есть, в текстовых каналах. То есть, а так в основном смотрим сообщение дня, будет это вам озвучено, что, когда и куда надо идти. Привет всем. Ну что, людей хватает на РТ? Да, да. Ну я тогда посижу на замене будет. Здорово. Лимончик, что у тебя с онлайном на? А чё, да, хрен знает, бывает, так отрубают от игры, да, и болел, короче, уезжал, много дела было. Да.
блядь, ребят, ну... А ему что-то надо? Вириндал, что тебе надо? Квест просто сделать? Ему твое тело надо. Слышите, а охоту на чудовище откроет сразу? Нет, сначала ты проходишь линейку в Каре, и после погибели ты получаешь охоту. Блять, это сколько надо раз ходить в норму в Кару? Там, короче, нужно будет еще по очереди сначала чудище бить, и потом только будет даваться випки. Бля, мне как-то надо напало чудовище открыть, ну. А еще ломли там кому-то? Ну пошли соберем сегодня на эту, в Кару, на первое ХД. Войт, Суджиро, кинь пати, у меня мут в игре. А кто это говорил? Он услышал. Я что, на замене, да? Кто про Кару пиздел? Ну, ты берешь. Тайномаг, мы будем Суджи. Я вагон. Мне по-хорошему тоже вагона нужно собрать. Ну ладно, чё, то где танк-то? Пошли, погнали, пока похуярим. Кто танки вообще? Чё, зачистим, там попиздим уже, все нормально. Что ты хуя вагонов, блядь, я еще и пуху не сролю, но. Я синхуй, я присту ее заберу. Какая тебе пуха пись? С груля надо, какая-нибудь двуручка. А, так ты паладином, что ли? Ну, я пойду паладином, груль магик. Привет, у вас фуртом? Да. Так, Лопасос, подведи ты этот, поближе к Алиситеру. Пусть заберет. А то я вчера себе пошел на аукцион, какую-то сраную двуручку купил, блядь, что-то она нахуй не дамажит нихуя. Подозреваю 200-ю? А хуя знает, нет, наверное, может и меньше. Ты не да там покупал. Не покупал. Ты в официальный магазин зайди, купи там цветение за 5 косарей, все нормально ага, будет. Ща, блядь. Вот оно явно дамажит. Если дамажить не будешь, попроси, чтобы деньги вернули. Не, мне, блядь, не надо такие пухи пока. Не, маленький. Подумаешь, ты месяц на бомжовке посидишь. Так, ну чё, нет, не посижу. Это, Тайномах, ну чё, ты Кару собираешь, да? Ну, конечно. Договорились. А чё сам-то, Гурский? Если я не передумаю ещё, я могу передумать просто. Мне пока нахуй хочется, а потом может перехотеть совет. Как девочка. Пошел ты в жопу, девочка, блядь. Просто нахуй желания бывает нету нахуй ходить. На кого на пул-то? Только каска на хантах. Крест шамана. А в Кару танк надо сильный?
бабычку. И полуросла. Здесь там 220. Тут рыба есть. Прыгай, кушай. Ну, 220 там хватит, да? Да. Чё, 4? А, ну, со мной. Можешь раскрыть места, где поставлено. Так, трейдер сейчас ДД. По центру. О, блядь. Убили. Ладно, блядь, опять улетел эта тварь. Сори, косяк. Мульти, а ты тут? Блядь, забери босса. Но был не на тебе. Я косипнул по дону промазал, сорян. Да-да-да. Нет, дон клёвый.
Кем не встает? Кость. Сразу бы захил. Ну, кольцо неплохое. Ох. Ну да, чё, резист чё, лишний что ли? О, башка моя, хо-хо-хо. Нахрена тебе в ретрике башка? Кому? У меня башка Амиксия на паладине. Не понял, нахрена она тебе? Ой, на престе. На кого сейчас? А как туда попасть? Там чувак стоит на варане, на него тыкаешь, он полетит тебя. А как летать? Всем привет. Здорово. Здорово. Я бы тоже такое кольцо к 100. У меня оно. Че, у вас уже фу? Да? Да я забрал нахуй. А хули вы думали нахуй? Все вам что ли? Ебать, Лимон жив, я думал, он умер. Ушар. Я тоже тебя люблю. Конечно, да, я согласен. Еще, блядь, давай ну, за эти, за осколки с ЛВК тоже по 50 хуярить, нахуй. Ты так мало, 5, блядь, кольцо стоит, это 500 хонора, ебашь, 500 хп, да. Вообще зайдет. Вылетел, сейчас зайдем. Аркан резист на Джейна? Нахуя аркан резист? На первую фазу, что ли? У него вроде первая аркан, вторая фаер, третья фрост. Костя, я чат не вижу, я меня выкинуло. Да, на первую фазу. Все, я вот чем дольше закрываешь портал, тем больше на ней скатов копится, и в итоге она шокит нахуй так. Ну там 4 портала, я правильно понял уже? Да. А чтобы закрыть, надо расхуярить у большого мелких нахуй, и на 25-м мелком подвести его к порталу, да? То есть на 24-м. Ну не потому, да, только вначале по трупу мелких его надо провести. Не просто убить рядом с ним, а по трупу провести его, и потом залить его. Лимон, ты в кару идешь? Когда? Сегодня. Я не знаю, даже не планировал, что надо. Погнали, блядь, но я могу не пойти. А что, это у нас кто-то на ШП идет? Ой, на это, блядь, на кресте. Какой-то топорик. Не, ничего я не ролил, зачем мне на контракт?
Окей. Бля, и грань тьмы нахуй, тоже хочу себе такой. Чтоб у нас выклик сегодня, да? Ты хочешь? Ну. Ой, блядь. Чё ты, блядь, я думал, что у меня целкашка, на. Чё за втыкаун? Завтра. Ты пишешь, что нету бафа в тебе у меня, хотя он у меня есть. На тебя наплывает. Я топ, но был ребросайна. А сколько у меня, кстати, слышь, знаешь, в чем прикол? Блять, о, нормально. Короче, меня опять лагает. Этот... вот эта треничка, у, блядь, у шипешника она прокает, заебись. Ну да, она не только у шипа, она походу и у магов прокает. Эти твини, нахуй, вообще не знаю. Отвела. Ага, у меня, блядь, эти твини прокает просто от тотема, нахуй. Только из-за того, что я их поставил. Ну так у тебя тикает же тотем, нахуй, хиловский. А у меня не было там хиловского. Только у меня сейчас крит 134. Кто? Друидом? На ДК? Пизду эти просто резисты на ДК, да? Кислота земли. Они уже убили? Нет. Да ну нахуй, сука! Попал, бей, ползет, ползет. Алиса, ты чё с ним пошла вообще? Тебе сами подбегут. Молодец. Ну а чё, погодите, вот куда иду? Заебатый ДД, собрался, ушел. Кик его нахуй, ГП. Эта тварь меня плюет на. Этот уже ушел от лица шарпешки. Thank you.
Ой, я не сдох, все нормально. Ты уже косарь ГП получил. Да, хуёв тебе. В тачку нахуй. Я даже АФКшить умею охуенно. На боссе. Так вот, чем мы вайпаемся на последний. Нет. Нет, там был серьезный разговор, блин. Это лилушик. Мастер правильно говорит. Лилушик пируш, я по твоей мать. Шесть. А с чем они согласны? Нихуя, я просто знал микрофчан и взбзднуть, блять, загадки для второго класса. Ну, взбздануть? Походу надо, блять, набор переделывать, сука, это пиздец какой. Чё такое? Я, короче, пишу, у меня же двумя макросами уходит. А тот макрос пишет, что набор в гильдию, а снизу пишет ЛК 25ХМ, прогресс 9 из 13. Угадай, чё мне пишут пуги, блять. Ну. Чё, есть набор в ЛК? Ясно. Тут рыбу поставили, спрятались. Где? О-о-о, Костя, косяк нахуй. Вот а, такой шкер, блядь. Да, блядь. Вообще закрысил. Закоровил, блядь. Закоровил, блядь. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к затмению! Блин, на шее я. На шее, которая... Че у вас за тема нахуй для разговора? Бля. Ехуе нахуй. Давайте домашки, блять, екайте тут нахуй. Ебать, и Луни умер, ну. Я сегодня утром ухуел, когда его убил. Дай Гепати на замену, Джованни, ёп. Можно потом? Сейчас у меня хилбот забанит. Тебя вам пухну. Не кричать никогда вот. Что, да, отъехал? А тут хуяк и такое перекрытие, блядь. Из РДД нахуй. Там, походу, кто-то подосрал там чуть-чуть. А кем ты хилишь? Холиваром? Шаман. Лошары, блин, лошары. Блин,
Да, Огер ДД виноват, ДД. Ебысь нахуй по 500 ГП, блядь, если зайдись. Залил вас всех нахуй, суки. На тебе подолил. На тебе подолил, блядь. И тебе подолил. Вот это было, блядь, нагло, блядь. Просто с твоей стороны, блядь. Еще раз утешение. Давайте. Утешение кому-то надо? Нет? Мне Шансуну роль отдашь, я, может, его возьму наконец себе на хила. Вот вы, собаки. В каком утешении? Хотя... Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Тотемчики можно убрать, нет там? Вместо твоих рыцарей. Хорошо. Сражайтесь за славу Альянса Героев. Гав, сейчас короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Я у вас утешение было, блин. Да. Короче, кого? Череп бьем первый? Пиздатый дом, я даже не сижу в рейде, но, блядь, вижу, нахуй, что у вас упало. Точнее, не в инсте. Ой, а по танкам, кто кого? А, для тех, кто в танке. Тайна маг. Да. Вот в том-то и дело, что ты меня пропустил. Дать стан. Да, это не проблема. Я могу, в принципе, короче, тоже. Центр. Центр. Перевью я вниз, короче, если нужен притяж. Зачем притягиваетесь, народ туда побежал? Беги, малышка, беги! Там пол народа, смотрю.
Так, а после звезды печенька, да? Мою сеструху убили, что-то, да. Что-то нахуй вместе с ней по вам заебашу. Убили. Ну ты говорил предупредить, что? Я тебя предупреждаю. Нифига. Нихуя себе, а кто мне за циклон въебал нахуй, тварь? Сова. Убили. Да. Не знаю, я в циклонах, бля, в фиксах сижу, бля, мне вообще огонь не играться. Да, совсем. Сейчас я зайду опасным, блядь, персонажем. Да, кого, ты череп? Охуеешь. Угу. Вот только сало дал, прикинь, петушары. О, у меня сейчас опять 100% крит. Ага. Это же перекапа. На паладине? Не, на ханте у меня, когда дворф прокает, у меня 100% крит. А теперь представь, что ЦЛК творит. У них даже здесь он там с пугами, когда идет, пока набирает, так и творит. А пасос есть этот пинер? Дай на Велоре. Ну это подстава, подстава. Я думаю, что это не пугает. DPC, мои DPC 5-200. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Топ, ёпт. Великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной крови... Бузер, тотемчики. Угу. Две могучие воительницы плети, жуткие вальтиры, крылатые вестницы короля Лича. Да, конечно, да, блядь, ты чё?
Не успокой. Это фигня, мама. Как меня это напрягает, особенно в взломане, блядь. Сука, надо на трех сундуках быстрее забрать, блядь. Там тыкаешь, как, блядь. Привет. Ты все еще сомневаешься в могуществе? Да, 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 да. УДР, раз, нахуй. Потом шмотки, блядь, еще три. Ну, благо шмоток немного. Да, если 25, это пиздец. Пока натыкаешь, пока этот шмот соберешь, это уже, блядь, минута пройдет. Господа, кто штаны забрал латные? Хожу налево. Кому штаны ладно? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. А на кой хрен ты их нидел? Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой... Жадный паладин — это когда у меня пух пал оф хэнс, пиздил. Вот это жадный пал. Не учёный. Не, ну он чё. Ладно, давай. Давай, да, ты не можешь этот ледяную поступь раньше включать? Кто ледяную поступь? Ка. Перед тем, как упасть. Давай, давай, давай. Шип, давай быстрее. У меня сейчас моя придет скоро, нахуй. Да, блядь. Блядь, я только прожал эту нахуй, тучку ману отрегенить, нахуй. Вот ты не вовремя, блядь. Что, может, Берет бьем? Все зависли.
сука! Да, все нахуй, развисло. Упал. Да я-то что знаю, давал я тебе шаман, наверное, не давал. Не могу знать. Будет на Рейла передавать. Будешь ты пока все суста, дай мне Рейлу. Так. На. Попробуем так, сейчас я зайду, секунду, 25-ка. Все, заходим, не выкидывать. Сейчас убьем Ануба, я тебе скину обратно. Как включить хождение по воде?